Известно ли вам, если вы один на миллион в Китае, то таких, как вы, 1300 человек. Китай скоро станет самой населенной англоговорящей страной на Земле. 25% жителей Индии с наивысшим IQ – это больше, чем все население США. Перевод. В Индии больше умных детей, чем детей в США вообще. Известно ли вам? 10 самых востребованных работ в 2010 году не существовали в 2004. Сейчас мы готовим студентов к работе, которая еще не существует, используя технологии, которые еще не изобретены. Чтобы решить проблемы, мы еще не знаем, в чем они заключаются. Министерство труда Соединенных Штатов подсчитало, что современный студент сменит 10-14 мест работы к возрасту 38 лет. Один из четырех рабочих находится на текущем месте меньше года. Один из двух – меньше 5 лет. Известно ли вам? Каждый восьмой брак в США за последний год – результат знакомства в онлайне. Более 200 миллионов пользователей зарегистрировано на MySpace. Если бы MySpace был страной, то это была бы пятая по населению страна между Индонезией и Бразилией. На первом месте в мире по распространению широкополосного интернета – Бермуды. На 19-м – США. На 22-м – Япония. Известно ли вам? Мы живем в дни экспоненциального роста. Каждый месяц Google обрабатывает 31 миллиард поисковых запросов. В 2006 году это число составляло 2,7 миллиардов. Кому задавались эти вопросы до Рождества Google? Первое коммерческое текстовое сообщение было отправлено в декабре 1992 года. Сегодня количество отправленных и полученных сообщений за сутки превышает количество людей на планете. Сколько лет потребовалось, чтобы набрать аудиторию в 50 миллионов? Радио – 38 лет. Телевидение – 13 лет. Интернет – 4 года. iPod – 3 года. Facebook – 2 года. Количество интернет-устройств в 1984 году – 1000, в 1992 году – миллион, в 2008 – миллиард. Сегодня в английском языке около 540 тысяч слов. Это примерно в 5 раз больше, чем во времена Шекспира. Было подсчитано, что выпуски «Нью-Йорк Таймс» за одну неделю содержат больше информации, чем человек 18 века получал за всю свою жизнь. Было подсчитано, что 4 экзобайта уникальной информации будет сгенерировано за этот год. Это больше, чем за последние 5000 лет. Количество новой технической информации удваивается каждые 2 года. Для студента, начинающего 4-летнюю программу по технической специальности, это означает, что половина всего, что они изучат за первый год, будет устаревшим к концу 3-го года обучения. Японский оператор мобильной связи NTT удачно выполнил тестирование оптического кабеля, который передает 14 триллионов бит в секунду через одну нить волокна. Это 2660 компакт-дисков или 210 миллионов телефонных звонков в каждую секунду. Этот темп утраивается каждые 6 месяцев и по ожиданиям будет делать это следующие 20 лет. К 2013 году будет собран суперкомпьютер, превышающий по возможности человеческий мозг. Предсказывают, что к 2049 году $1000-долларовый компьютер будет превышать по способностям весь человеческий род. Известно ли вам? В течение этой презентации в США родилось 67 детей. 274 в Китае. 395 в Индии. И 694 тысячи песен было скачано нелегально. Так что же все это значит?